Hallo aus dem Horsch Live Studio hier in Schwandorf. Für alle, die neu zugeschaltet haben, wir befinden uns mitten in unserer Online-Veranstaltung Horsch Live, wo wir verschiedenste Vorträge zu Ackerbauthemen, zu Betriebsführungsthemen, aber auch natürlich zu Technikthemen behandeln. Zwei Hinweise an der Stelle. Zum einen, wir haben permanent die Chat-Funktion offen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt zum laufenden Vortrag oder zu Vorträgen aus der zurückliegenden Zeit, jederzeit gerne reinschreiben. Oder bei einem anderen Moment, wo ihr eure Fragen вопросы, мы охотно ответим на них. И к тому же наши линии остаются сейчас, наши доклады останутся онлайн, и вы сможете посмотреть их потом. Наш следующий пункт программы – это производственные репортажи, в этот раз из России. Я очень рад, что мы смогли найти два предприятия в России, которые все-таки немного отличаются по собственному опыту. Я могу сказать, что Россия с сельскохозяйственной точки зрения очень интересна. Разные почвы, крупные структуры, экстремальные погоды, погодные условия могут быть. И очень современная установка, то, что касается техники и ротации севооборота. И как раз по этой теме мы поговорим, посмотрим по новым современных концепциям культивации. Мы в гостях у фирмы «Экоагроферма» и поговорили с собственником Василием Николаевичем, который нам покажет свое предприятие и расскажет, как он ведет свое предприятие и как ориентируется это предприятие на будущее. Здесь нам нужно сначала сказать, где мы сейчас в России. Центральная Россия, Москва, я думаю, все могут себе представить. Немного к югу от России. И сейчас мы подробно посмотрим на это. И потом в конце будет несколько вопросов еще непосредственно Василию Николаевичу. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Мищенчук Василий Николаевич. Я собственник экоагрофермы Михайловской. Деятельность мы свою начали в 2014 году. Мы имеем свои 6 тысяч гектар земли. Можно добавить еще там тысячу, мы ее добавим. Вот. Но на этом мы остановимся. Потому что это управляемо, это интересно, с этим можно работать. Земли у нас серо-лесные, суглинистые. Кое-где чернозем, но тяжелый чернозем. Вот. Нельзя сказать, что у нас идеальные почвы. Проводим анализ там раз в 4 года. Вот. Ну, почвы бедные. Кормить их нужно. Но нужно это делать, не навязывая я свое мнение, нужно это делать дифференцированно. Не надо туда вбухивать очень много. Для нас урожайность по зерновым 45 центнеров, это в среднем. Нас она очень устраивает, в частности меня. Я не стремлюсь за 90 там центнеров, и в нашем регионе это сложно получить, даже 45. Поэтому нас это устраивает. Мы потихонечку начали вводить новые культуры, помимо стандартных для нас пшеницы, ячмень, рапс, горох, соя, лен, горчица, овес, вика. Это наши вот стандартные культуры. Мы начали вводить новые культуры, более южные. Нам стало интересно, как они себя у нас поведут. И вот второй год мы сеем чечевицу. Неплохие результаты мы показываем. Там прошлый год 14 где-то было, 14-17. В этом году чуть-чуть спад, где-то там 12 примерно. Вот. Но это неплохо для чечевицы. И ввели новую культуру, это кориандр. Тоже интересная культура, потому что для севооборота нам больше для севооборота нужно, потому что у нас уборочная, она пересекается с посевной. И так как у нас паров нету, и очень сложно соблюдать севооборот, чтобы не попасть пшеница после пшеницы или пшеница после ячменя, нужны культуры, после которых можно сеять озимую пшеницу. Это мы сеем после
рапса, после гороха. Вот. И вот сейчас нашли после кориандра. Есть свои тоже нюансы. Там я недавно от них узнал, чтобы падалицы не было. Чтобы не было падалицы пшеницы. Это очень, очень важно. Потому что кориандр, мы знаем, очень пахнет очень сильно. И нельзя допустить, чтобы он там вырос и как-то он помешал на качество пшеницы. Но это решаемый вопрос, мы с этим боремся. Подсолнух мы не выращиваем, потому что это не наша культура, не нашего. Я бы с удовольствием выращивал, если бы на 100 километров я был бы хотя бы южнее. Это не наша культура, мы очень хочу ее выращивать, но не будем, потому что это не наша культура, не нашего региона, она не успевает у нас. Ну, бывает год успевает, но в основном нет. Кукурузу мы в этом году будем вводить кукурузу. Начнем пробовать. Технику мы выбираем, соответственно, с запасом, но небольшим, на посевные комплексы. John Deere, восьмерка, два класса восьмерки. Пока нам на наши посевные комплексы это, ну, то, что надо. Лишние, нету таких у нас агрегатов, чтобы мы там девятку применяли или там. Комбайны у нас 4, Тукана 450-х, и в прошлом году для себя я взял комбайн. Это с квантиметром, чтобы там урожайность показывал, влажность. Вот на навигации тоже вот так пришел к выводу, что все надо оснащать комбайны навигацией. Это очень экономит работу, производительность повышается очень большая. Конечно, если бы не сидел бы я на этом комбайне там или на сеялке, многих вопросов для меня было бы непонятно. Вот, поэтому вот посидел на комбайне новом и понимаю, что в чем где причина, где можно повысить эту производительность. На наемных комбайнов у нас нету и не будет никогда, потому что те, кто вырастил урожай, те должны убрать и заработать за это деньги. Это касаемо своих механизаторов. При правильной, ну, как бы я же не зря в поле нахожусь, и при правильной логистике у меня поставлено в поле я, на базе у меня директор занимается. Вот, и правильной логистики в поле, и правильной логистики на базе. Это все быстро убирается, без задержек. Мы везде успеваем. Вот, не привлекая никакую технику, мы не привлекаем стороннюю. Все у нас справляется своими силами. Вот. В этом году мы поставили зерносушилку МиГ-48 производительностью 50 тонн. Это еще нам ускорит уборку в оптимальные сроки, убирать урожай. Потому что регион такой у нас, что у нас росы. Мы рано не можем зайти, поздно не можем убирать, потому что опять влага. Но сушилка как бы нам решит эти вопросы. Это один тоже из инструментов, которые очень нам дадут большой-большой плюс в нашем хозяйстве. Если на юге она может понадобиться там раз там в 3 года, у нас она, в принципе, требуется каждый год, потому что очень влажный у нас климат. А в августе, когда в конце августа, в начале сентября, когда убираем технические культуры, там сою, допустим, или там уже рапс яровой. Вот, это вообще очень актуально. Мы рады этому приобретению. Это самая большая сушилка в нашем регионе. Когда работали по классической технологии, я очень замечал в поле, это такие блюдца у нас называются, когда после дождя или весной
все поле было вот в этих лужицах. Ну, задавал вопрос, а почему так происходит. Ну, есть такое понятие, как плужная подошва. Вот. А это когда работа у меня был агроном. Я ни в коем случае не обвиняю агронома, там просто человек, которого так научили, он работал качественно, хорошо работал, но другого он не знал, как бы, вот, ну, у меня вопросы возникали, вот, допустим, по этих блюдцам, которые на поле, я спрашивал Алексея, а почему вот эти блюдца вот такие, озерки вот эти, ведь там... Ну, задыхается пшеница, ее там, ну, не будет. Ну, да, говорит Василий Николаевич, надо проходить после уборки, надо это поле пройти глубокорыхлителем, разрушить эту там плужную подошву. Так вот, на сегодняшний день, когда прошло 4 года в Наутиле, ни одного блюдца у нас такого нету. Как бы какие осадки у нас не выпадали, нету этих блюдец у нас. Вот, у нас мне звонили в прошлом году ребята там соседнего, ну, с кем мы там дружим, общаемся, которые знают, что я перешел на Наутил. И они меня спрашивали про... Были очень сильные осадки, и меня спрашивали, есть ли на поле у меня такие вот эти озерца, вот эти блюдца. Ну, я сказал, приезжайте, посмотрите, их нету. Вот, реально, Наутил в этом плане работает. У нас, ну, соответственно, у нас техника, кроме комбайнов и перегрузчика, у нас по полю техника не, другая не заходит, даже легковые машины. Вот, и не пришлось применять здесь глубокорыхлитель. Все, самой вопрос решился. Второй вопрос, это пыльные бури. В прошлом году или позапрошлом году были очень сильные пыльные бури у нас. Но на наших полях мы это не наблюдали. Звонили, опять же, друзья, говорили, у вас были. И я говорю, да, в округе были, у нас их не было. Это вот как бы почему-то мне это показывает, что я в правильном направлении иду. Это, ну, что касаемо, вот, что уже у нас было видно, когда мы занялись Наутилом, когда мы перешли на эту технологию. Многие вопросы отпали. Много проводим экспериментов и по покровным культурам, и очень ищем пользу этих покровных культур, хотим понять, но очень сложно. Мы это, конечно, делаем, у нас очень сложно, потому что после уборки и до первых там холодных температур, уже низких температур, у нас очень маленький промежуток времени. Если уборочная у нас начинается в июле, где-то числа 23-го, мы стараемся сразу после них сеять покровные культуры. Если это будет в августе, те поля, которые в августе убираем, мы не сеем, потому что у нас покровные культуры не успевают даже, можно сказать, наклюнуться. Уже холодные температуры, и чуть не получается. Очень обидно, потому что мы хотим покровные культуры, мы хотим сеять. Это наше тоже входит в нашу технологию. Трудностей в Наутиле как таковых нету. Просто если где-то что-то ты упустил или не доглядел, там уже, конечно, пойдут трудности, потому что это не классика. Здесь цена ошибки – это год. Поэтому надо каждому полю надо уделять внимание. И уделять внимание полю не с краю заходить, а надо проходить через все поле. Вот, мы даже купили интересный квадроцикл, так скажем, который на больших колесах, на низком давлении, который не топчет, как говорят, нога агронома поле не топчет, так и у нас этот квадроцикл, он
как бы поле не топчет, мы объезжаем это все поле. Сейчас, ну, это не трудность, но мы пришли к выводу, что нужна сеялка с жидкими удобрениями. Мы хотим заниматься, ну, давать жидкие удобрения и дифференцированно это делать. То есть это новый уровень, новая ступень, потому что поле, есть поле, но оно разное. Где-то оно более, ну, оно здоровое, где-то оно слабже, туда надо больше давать. Поэтому это следующая ступень, над которой мы работаем, это вносить удобрения дифференцированно. Вот, сейчас работаем, выбираем над этим, ищем сеялку с жидкими удобрениями. Это вот что нам сейчас не хватает, к чему мы уже, в принципе, пришли. Вот, ну и так, как я сказал, немаловажно опрыскивание. Нам нужен опрыскиватель, который мы взяли сейчас, Хорш. Я надеюсь, я очень на него надеюсь. Опять же, столкнулись с тем, что не каждого механизатора на него можно посадить, потому что техника достаточно такая для непростая. Вот. Уговорил друга своего в Москве, который уйдет с работы, придет работать на эту. Надо вообще, мы поняли, что технику такую надо людям доверять, кто сидит. Вот. В таких телефонах постоянно сидит, где-то что-то работает, значит, этот человек как бы потянет в этой технике. Ну, что есть, то есть. Надо учить, и будем учить. Что касаемо внесения удобрений, всегда возникает спорный вопрос. У меня, вот где на конференции ездишь, там вот с классиками, как же вы внесете на 20 сантиметров там фосфорные удобрения? Это вот всегда вот этот спорный вопрос. Но я для себя пришел к выводу, что обязательно мы даем, ну, прежде чем давать удобрения, мы сделали все анализы всех полей, понимаем, где у нас фосфора, там, допустим, калия мало, где больше, где у нас там азотных удобрений хватает. Но придерживаться вот так каждого вот этого поля, вот этого полполя, это, конечно, тяжело. Это о чем я говорю, нужна сеялка с дифференцированным внесением. Тогда можно с этим работать. Но для меня не стоит проблема внести фосфорные удобрения на 20 сантиметров. Я просто знаю, что если я их вношу на 5 сантиметров, сейчас сеялками, рано или поздно они опустятся у меня туда, на эти же 20 сантиметров. У меня не стоит в этом проблема. И я не вижу там на полях, что, ну, какой-то дефицит у нас фосфорных удобрений. Я, ну, ни одно поле я так не увидел, что вот именно здесь не хватает там фосфорных удобрений. Вообще, я бы от них отказался бы, если в дальнейшем у нас будет свои удобрения натуральные. Мы хотим заняться животноводством, не молочным животноводством, а разведение крупного рогатого скота, как бы внедрить ее больше в эту технологию, в поля свои. Вносить больше навоз. Они и проводили эксперименты мы по СЗР, по защите растений. Вот, брали несколько полей, пополам их делили. Здесь защищали, там здесь не защищали. Особой разницы я не видел. Поэтому, ну, конечно, страшно перебороть в себе вообще не работать, и средства защиты растений не хватает пока смелости, но я думаю, пару лет пройдет, когда мы еще будем не останавливаться, будем экспериментировать, думаю, мы к этому придем, что, думаю, мы, по крайней мере, фунгицид, мы, наверное,
откажемся от него. У нас был с директором эксперимент такой, когда звонит директор, говорит, у нас на чечевице тля. Вот. Мы приехали на это поле, значит, видим на чечевице эту тлю. Вот. Я говорю, Антон, обрати внимание, что на каждом кустике была божья коровка. Там по две, по одной. Вот. И я задаю Антону вопрос, говорю, Антон, ну, ты понимаешь, что мы если сейчас брызнем эту тлю, погибнут все вот эти наши друзья, как божья коровка. И пришли как-то к выводу, я сказал, ладно, пусть ее съедят, не будем мы тогда больше чечевицей заниматься. Вот, и не стали брызгать, мы не стали вообще ничего брызгать. И в результате хорошая была урожайность, ничего не погибло, божья коровка съела эту тлю. И это был как бы звонок к тому, что можно от этого, в принципе, отказываться. Вот. Но в этом году мы уже не применяли, это не делали. Но участок там, один участок мы все-таки брызнули. Ну, посмотреть разницу. Разницы не было абсолютно. Это как бы наш такой урок, для нас понимание, работать или нет. Отказываться мы сейчас, конечно, не будем, надо долго еще экспериментировать. Но это как бы хотелось бы этого не делать. И думаю, мы к этому придем. Мы нашли свое понимание, как вести в своем регионе. Нельзя брать все 100%, нельзя брать, как растет это в Канаде, или в ЮАР, или на Украине, или даже в соседней области, нельзя полностью взять этот шаблон и перенести на хозяйство. Надо это испытывать, надо это, ну, как бы прививать к себе, надо подстраивать его к себе. Не все получается так, как у там соседей там на Украине там или где-то. Вот. Поэтому мы приходим постепенно к своей технологии. Пусть она будет наподобие, но она все равно у нас получается другой. Вот. И поездил вообще по регионам и пришли к выводу, что у нас, ну, как бы на первый взгляд, вроде и много осадка, как бы 550 миллиметров, это очень хорошо. Но уже наблюдая я вот с 4 лет, один год только был нормальный, а 3 года не выпадают осадки тогда, когда нужно. Допустим, июнь, когда идет вегетация, когда они нужны, эти осадки, их практически нет. И цель наших, как бы, ну не цель, а как бы очень хочется внедрить, это подземный полив. Мы в этом году будем одно поле пробовать, как это у нас получится, так как мы не пашем и, ну, ничего с полем не делаем, кроме посева и уборки. Мы будем внедрять это капельный полив, подземный капельный полив. Это моя мечта в этом. Я думаю, это будет хороший результат и показатель. И можно и удобрения вносить через этот полив. Ну, в общем, там целая цепочка. Это основное, что хотелось бы сделать. Вот. Цель и мечта построить, ну, подобрать себе технику такую, чтобы она выполняла один этот, там, допустим, посевной комплекс, заменял два, которые сейчас у меня есть. Сократить, конечно, время работы, качество работы улучшить. Это можно сделать только качественными агрегатами. Поэтому мечта
ну как сказать, мечта, не мечта, но мы к этому стремимся. И хотим и фотосепаратор там купить на базе, и хорошие очистительные машины поставить, хорошие семена какие-то свои получать, качество продукции продавать, чтобы она действительно была качественная. Спасибо вам за внимание. Вот, я человек не публичный, но хочется, очень волнуюсь, хочется вам донести свое как бы видение, как вести бизнес, сельское хозяйство. Вот. Надеюсь, будет полезная какая-то информация. Там можете задавать вопросы, я с удовольствием отвечу. Вот. И, конечно, есть трудности, но больше какого-то позитива, когда работаешь в сельском хозяйстве, я чувствую, это мое, это наше, прививаю всех к этому и своих детей, чтобы занимались настоящим, хорошим, честным бизнесом. Вот. Все, что я говорю, это сугубо мое мнение. Пример можете не брать, можете брать, но как бы что есть, то есть. Спасибо. Добрый день, Василий Николаевич. Herzlich willkommen. Guten Tag. Guten Tag. Das ist schön, dann können wir uns direkt in Deutsch unterhalten. Отлично, тогда сразу добрый день, Василий Николаевич. Я думаю, вы уже друг друга поняли. Если вы на немецком разговариваете, Михаил Браун на русском разговаривает, тогда вы можете без переводчика общаться. An der Stelle nochmal vielen Dank für den intensiven Einblick in Ihren Betrieb. Воспользуюсь моментом, хотел бы вас поблагодарить за полноценный репортаж про ваше хозяйство. Ich finde es sehr, sehr interessant, wie Sie denken, wie Sie die Sachen auch umgesetzt haben. Нам очень понравился, как вы ведете свое хозяйство, как вы думаете, как вы установили у вас свою стратегию. Wir haben von unseren Zuschauern ein paar Fragen bekommen zu Ihrem Vortrag. Наши зрители сегодня задавали нам несколько вопросов, то есть вам. Die erste Frage ist natürlich, viele Landwirte sind immer interessiert, wie sieht es denn am Feld draußen aus? Wie ist aktuell die Situation bei Ihnen am Feld? Sind die Kulturen gut entwickelt? Sind sie schlecht entwickelt? Первый вопрос, который мы получили, это развитие ваших озимых культур на данный момент. Как они выглядят на поле? Можете немножко рассказать о озимых культурах, которые вы в этом году посеяли, и в каком стадии они развития растения находятся? Спасибо за приглашение. Я тоже очень рад, что я участвую в таком мероприятии, потому что всегда с Михаилом хотел познакомиться лично. У нас очень похожи с ним взгляды на жизнь и на работу. Очень интересный вопрос, потому что каждый год мы получается так, что мы сеяли озимую пшеницу как бы в определенные сроки. Vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich bei dem Horschleif-Seminar teilnehmen durfte. Ich habe da immer einen Wunsch gehabt, das mit Michael Horsch persönlich kennenzulernen. Irgendwas klappt das auch. Wenn man über den Winter wilde Kulturen aktuell reden, dieses Jahr war eine sehr interessante Situation, weil wir immer versuchten, den Winterweizen genau an dem Zeitpunkt sehen, wo wir eigentlich wollten. Mhm. И вот я задался вопросом, рекомендованные сроки сева озимых культур, ну, в частности, пшеницы. Viele recherchiert, wann ist eigentlich besser Zeitpunkt für Winterweizen zu sehen? А начинались они у нас примерно 23 августа и по 5 сентября. Also idealer Zeitpunkt in unserem Region ist von 23. August bis 5. September, der Aussaattermin von Winterweizen. Я заметил, что те озимые, которые мы сеяли там 20 числа, ну, до 25, они всегда выглядели лучше, чем те, которые уже сеяли в сентябре.
Klar, wir haben das, die Erfahrung gemacht, dass wir die, wenn wir den Winterweizen vor, also etwas früher, ungefähr 20. bis 25. August sehen, dann sehen, würden die immer Bestände besser, als wir später den Aussaattermin gehabt haben. И так как я на комбайне сам работаю, убираю, и заметил, что в бункере тоже урожайность выше там, где мы сеяли там 20 числа, а уже которые сеяли в сентябре, получалось, что там урожайность была хуже. Rein betrachtet erträglich, wenn ich, weil ich dann auf der Mähdresche selber sitze und das Mähdresche selber fahre, habe ich das betrachtet, den früher Aussaat hat immer mehr Ertrag als den späteren Aussaat. В этом году пришли к мнению, что мы сместили на где-то на 5 дней, мы сместили сроки сева, начали посев 16 августа. Und dieses Jahr haben wir versucht, das noch etwas früher zu sehen, zum Beispiel 5 Tage, also circa 16. 15. August. Да, и ну, увидели, что всех мы уложили с 16 по 25 августа, и увидели, что первый год у нас озимые культуры все ушли, у нас уже холодно, они уже все ушли, распущенные в зиму. Das heißt, die haben die Aussaattermine circa für 10 Tage früher gemacht, von 16. bis 25. August, und die waren die Winterung und die Aussaat von Winterweizen viel besser. Конечно, это будет, покажет уже бункер в комбайне, какая урожайность, но первый год мы, в прошлом году мы сделали эксперимент на одном поле, в этом году мы сделали на всех полях это гербицидную обработку осеннюю. Und, и на некоторых полях регулятором роста сработали. Und wir haben dieses Jahr, letztes Jahr nur in einem Feld das Versuch gemacht, früher mit früheren Aussaat, dieses Jahr mit viel, also mit, von allen. Und wir haben außerdem ein paar Felder die Versuche gemacht, das Winterweizen mit Fungizid zu bearbeiten im Herbst und einmal mit einem Wachstumsregulator. Genau. Vielleicht noch, um so ein bisschen einordnen zu können für unsere Zuschauer, wann ist bei ihm im Gebiet normalerweise Vegetationsende im Herbst? Wie lang wachsen die Bestände? Василий Николаевич, вы можете рассказывать для наших зрителей, когда у вас заканчивается вегетационный период озимой пшеницы осенью в вашем регионе? Заканчивается примерно, ну, очень по-разному, но в основном ноябрь месяц уже все. Середина ноября, 15 ноября уже где-то уже заканчивается. Das ist circa, also je nachdem, welche Jahr, aber es, durchschnittlich ist 15. November ist Vegetation Ende. Да, в этом году закончилось 20 числа примерно. Dieses Jahr war es circa 20. ungefähr 20. November. Wir haben aus Frankreich eine Frage bekommen, und zwar ist dort in Frankreich auch das Thema Direktsaat momentan sehr, sehr interessant. Und da hat uns eine Frage erreicht, wie lange Sie schon Direktsaat im Betrieb machen, also wie lange zurück die Erfahrungen gehen. Василий Николаевич, у нас смотрят тоже зрители из Франции, фермеры Франции, они тоже активно занимаются технологии No-Till, и они задали вопрос, сколько лет вы уже занимаетесь именно технологией No-Till? 4 года. Also 4 Jahre. Полноценный, 100% перешли в первый же год и занимаемся, вот это будет 5-й год. Also, die haben angefangen, vom Anfang also mit No-Till zu arbeiten, das ist das 4. komplettes Jahr. Und wenn diese Saison enden wird, das wäre das 5. Jahr. Also die hatten angefangen, die haben früher keine mit klassischen Bodenbearbeiten gemacht, die haben alles vom Null angefangen und das ist No-Till von 5 Jahren.
Bei den Kulturen, wir haben ja gesehen, sind neben den, ich nenne es jetzt mal Klassiker der Kulturen, sind auch die Linsen dabei gewesen. Welche Ideen hat er denn noch für weitere Kulturen, die er im Betrieb unterbringen möchte? Во время вашей презентации мы видели, что у вас очень широкий севооборот, то есть разные культуры, кроме стандартной культуры, которую вы рассказывали, у вас есть другие культуры, чечевица, лен и так далее, и так далее. Хотите ли вы в будущем еще больше других нестандартных культурами заниматься, или это уже у вас последнее решение, которое вы занимаетесь на сегодняшний день? Нет, не все. Но достаточно для нашего региона узкий это круг, какие-то культуры рассматривать. Вот, допустим, я бы хотел нут выращивать, но мы заложили там маленький участок, там где-то гектар, но у нас второй год не получается, и, видимо, мы не будем с ним работать. Мы хотели бы поработать с такой культурой, как амарант. Es gibt also es gibt bei No-Till, die stehen nicht einen Platz, die denken über immer weiter und weiter. Und das ist das nicht die letzte Kultur, was sie jetzt anbauen. Die haben letztes Jahr zum Beispiel versucht, mit Kichererbsen zu arbeiten. Die machen seit 2 Jahren Versuche, aber irgendwas, das klappt nicht mit dem Kichererbsen in der Region. Und in der Zukunft steht, dass sie auch mit Amaranth zu arbeiten. Mhm. Die Pläne steht auch. Mhm. Okay. Dann habe ich noch eine letzte Frage, weil wir ein bisschen auf die Uhr schauen müssen. Wir haben hier in Europa viel Diskussion über Dünger, über Preis, über Verfügbarkeit. Wie ist denn da aktuell die Situation in Russland? Bekommt man allen Dünger und wie hat sich der Preis entwickelt? Последний вопрос, который задавали наши зрители, это то, что касается доступности минеральных удобрений. У нас в Европе из-за ситуации сейчас пандемии есть некоторые ограничения или, ну, скажем, сложности доступности разных удобрений. Какова ситуация в России? Вы можете как в своем хозяйстве какие проблемы именно по доступности удобрений рассказать немножко? Ну, в этом году весной мы весной работаем по зимой пшенице КАСом, и мы вот почему-то не смогли получить КАС. Как нам говорили, весь КАС ушел в Европу. Вот. Мы расстроились, и пришлось разбрасывать селитру. Я не очень это хочу делать, и мне лучше вносить как бы КАС для нас. Но с удобрением у нас тоже сложно, потому что удобрения очень сильно подорожали. Вот. И, наверное, ну, где-то мы сделаем как бы эксперимент, может, все идет к тому, что где-то часть полей мы не будем вносить, сложные удобрения мы не будем вносить. Потому что такие культуры, как лен, мы тоже проводили эксперимент, лен не очень реагирует на удобрения, поэтому вот лен мы вообще исключим от удобрений. Но ситуация тоже не очень хорошая, что касаемо удобрений. Dieses Jahr war das Problem, die haben immer Frühling mit dem Stickstoffdünger gearbeitet, aber den Stickstoffdüngerhersteller, die haben gesagt, dass ja alle Stickstoffdünger nach Europa verkauft wurde und die mussten mit nicht flüssig Dünger, sondern mit dem ganz normalen Düngestreu arbeiten müssen und das war nicht optimal, aber das gab keine andere Möglichkeit oder Alternative. Und zweites, das Problem, die Preise steigen also rasant und das macht auch den Leben schwer bei denen. Und zum Beispiel, es gibt verschiedene andere Kulturen, zum Beispiel Flachs. Ja. Ja. Mhm. Und die sind nicht so geeignet, wenn man den Dünger einfach mit dem Düngerstreuen rausschmeißt. Und deswegen hätten sie gerne wie früher, aber halt die Situation so und sie müssen damit umgehen. Mhm. Okay. Ja, спасибо, Василий Николаевич. Vielen Dank von meiner Seite. Спасибо еще раз большое. Ja, вам тоже большое спасибо. Danke schon. Ich denke, das war ein sehr, sehr gelungener Beitrag zu Herrn Schleif. Нам очень-очень понравилась ваша презентация. Ja, an der Stelle nochmal vielen Dank und ich hoffe, dass man sich mal persönlich kennenlernen kann. Спасибо еще раз большое. Надеемся, когда-то мы с вами лично увидимся. Спасибо, я надеюсь. Спасибо вам. До свидания. До свидания.
Ja, der Beitrag, den haben wir im Vorfeld natürlich aufgezeichnet. Wir haben den Beitrag auch ein bisschen gekürzt, weil die Geschichte auf dem Betrieb extrem interessant ist, was wir jetzt gemacht haben. Die Geschichte auf dem Betrieb ist sehr interessant, was wir jetzt gemacht haben. Das ist auf dem Russischen auch этот доклад предоставим, чтобы было впечатление предприятия. Большое спасибо за перевод тоже. И тогда следующий доклад.